Приветствую вас, друзья и гости канала. Черная пятница продолжается. Я для вас выбиваю те самые лучшие условия, которые вы можете получить от застройщиков. От застройщиков и в том числе от частных инвесторов и так далее. Итак, мы с вами сейчас посмотрим домик, который находится на 500 сотках земли. Чем мне понравился данный дом, что у него именно свой хороший комфортный заезд. Посмотрите, вот у нас пятачок, вот они у нас сразу двери. Не нужно там какие-то придумывать маневры фантастические. Вы сразу берете и попадаете, потому что здесь у нас территория уже, так скажем, заездом для всех домиков. Итак, что мы с вами видим? 5 соток земли. Соответственно, вот у нас здесь площадочка для двух автомобилей. Здесь мы с вами видим дерево. И мы видим нашего старого друга. Кошонка, который в меня влюбился, который за мной везде ходит. Блин, это круто, это классно. Не знаю, чей он. Ну и давайте посмотрим все-таки дом снаружи. Ну, да, каркасный дом. Здравствуйте. Каркасный дом, красивый. Здравствуйте. Хороший, красивый, шикарный. И давайте все-таки проанализируем, что же здесь хорошего есть. Сразу скажу, дом идет по акции. Я вам сейчас озвучу цену. О, кстати, хороший у него здесь огород получается. Офигенный огородик, ребят. Офигенный огород. И цена у него 5650. Ой, извиняюсь, 5350. Старая цена 5600. 5350. Посмотрите, да, здесь можно и баньку замутить, и все. Кто-то скажет, Макс, каркасные дома, они не такие. Ребята, посмотрите, здания какие красивые. И вот рядышком каменный дом. По мне лучше вот такой каркас. Не знаю, не буду никого хейтить, но по мне лучше именно так. Снаружи подсветка сделана, все красиво. Здесь нас встречает санузел. Потом, при том, посмотрите, да, как бы, ну, хорошая плитка сделана. Ну, добротно, да. Кто-то скажет, блин, инсталляции нет. Ребят, сделайте. И для стиральной машинки, блин, в принципе, санузел за зачет. Тут же мы с вами видим кухню-гостиную. Посмотрите, как все сделано. Офигеть. Блин. Нормально таких вот получился стиль. Знаете, стиль такой получился, такой скандинавский. Кто в теме, пишите в комментариях. Действительно, скандинавский стиль. И посмотрите, как хорошо здесь все реализовано. По логике, здесь должна быть кухня. А вот с этой стороны должна быть зона у нас такая, скажем, такая, ну, обеденная. Ну, не обеденно, конечно, шучу. Здесь должен быть диван стоять, а вот здесь должен быть зомбоящик, где вы сможете смотреть ютубчик от Максима Коломейцева. Ну и теперь давайте посмотрим, что же здесь. Можем выйти, можем здесь, в принципе, дорастить, сделать террасу больше, благо место позволяет, можем посадить дополнительные деревья. В общем, все здесь супер. Я считаю, все здесь сделано с умом. И знаете что? Вот тот дом, в принципе, больше. А этот дом мне нравится больше. Да, такой, знаете, домик меньше, но мне он почему-то заходит лучше. Почему? Потому что, смотрите, вот с этой стороны мы с вами видим такую хорошую спальню с видом просто на горы, на зелень, конечно, соседей. И вот, посмотрите, 29 ноября, розочка, розочка вам нравится? Где вы еще увидите? Это вот для мотивации для тех, кто сейчас 29 ноября сидит и у них минус 20 градусов. Ребят, вот для вас это самый лучший вариант. Ну и, соответственно, вот она, тоже хозяйская спальня. Я считаю, офигенная спальня со вторым светом. Просто обалденная. Просто супер, 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 еще раз супер. Это дерево летом просто там красивое, просто потрясающее. Опять же, можно посадить сюда еще несколько деревьев. Можно посадить фруктовый сад, и будет реально круто. Мы с вами имеем дом. Точнее, мы не имеем, мы его снимаем, но кто-то из вас, наверное, захочет его заполучить. И данный домик всего лишь за 5 миллионов 350 тысяч рублей. И этот домик у нас 74 квадратных метра на 5 сотках земли. Кстати, данный домик даже вы можете приобрести в ипотеку, потому что здесь все есть документы. Этот домик вы можете получить в рассрочку. И этот домик, в принципе, сделан очень даже хорошо. Учитывая, что домик каркасный, посмотрите, как хорошо подошли к электрике. На каждую розетку свой тумблер, на каждый выключатель свой тумблер, там, на кондиционер, на все. Вот сделали действительно хорошо и добротно. В общем, не страшно и не стыдно данный домик продавать.
не страшно и не стыдно. Поэтому, ребят, если вдруг у вас есть желание приобрести домик, который находился бы на земле, который там в 20 минутах езды от центра Сочи, я рекомендую присмотреться. Это хоста. До хоста здесь ехать не больше, чем 10 минут. Находимся мы в поселке Красная Воля. Школа есть, детский сад есть. Газ обычно в таких домах не используется, потому что ну, не рентабельно. Потому что достаточно вот этих вот нагревателей, вы включаете и все. И все равно у вас коммунальные платежи будут меньше, чем в квартире. Меньше, чем в квартире. И при этом жить вам будет гораздо комфортнее. Блин, ну все равно согласитесь, да, вот подобрали же хорошо, да, такие вот обои такие серенькие, вот эти окна, да, ну классно получилось. Ребят, получилось, ну ладно, если бы я матерился, я бы сказал за, ну хорошо получилось. Ну, в общем, получилось за хорошо. Поэтому, если вдруг кто-то хочет себе загородный домик по цене однокомнатной квартиры в Дагомысе в черновом варианте, я рекомендую присмотреться. У нас действует неделя, если не ошибаюсь, вот эта скидочка. Вы можете выгадать 250 тысяч рублей и получить, может быть, не домик вашей мечты, но я считаю, это нормальный дом. Нормальный дом, ну, лучше, чем квартира, 100%. Если у вас есть какое-нибудь транспортное средство, проблем никаких не будет. И самое главное, ребят, самое главное, мы с вами не посмотрели, вот оно, место, видите, вычищается, зачищается. Это место, вот здесь будет единственный гольф-клуб. А гольф-клуб это не для нищебродов, это немножко, не знаю, там, это дорогое удовольствие. И через 2 года здесь будет реализован гольф-клуб. Поэтому этот район в любом случае вырастет. И можно рассматривать данный домик как хороший объект для инвестиций. Не для того, чтобы сохранить капитал, но в том числе и чтобы приумножить. Посмотрите, как сильно поднялась цена, когда сделали казино. Посмотрите, как поднялась цена, когда что-то новое открывает. Поэтому и здесь будет то же самое. Гольф-клуб, ребят. И вот именно с этого дома вы можете наблюдать, как богатейшие люди нашей планеты будут получать от игры удовольствие. И это будет повод Максиму хоть раз в жизни попробовать сыграть в гольф. До этого я никогда в жизни не играл. Ну, а теперь все. Спасибо за просмотр. Черная пятница продолжается. Едем снимать следующие объекты. Пока.